друзья, мы въехали на Куршскую косу, и первая остановка у нас на заливе, Куршский залив с пресной водой. Очень хороший у нас экскурсовод попался, интересные рассказы. Экскурсия стоит 2000 с человека, частная экскурсия, на частной машине. Вдали белые, это лебеди все оказывается, дикие лебеди. Вода в заливе очень теплая. Отдыхают дети, плавают утки, полная идиллия. Почему вода теплая? Залив хоть и огромный, уходит в горизонт, но при этом он очень мелкий. Его средняя глубина 3,7 метра. Самое глубокое место, если не ошибаюсь, 6 метров. Здесь стоим, что-то смотрим, и среди них есть очень крупные особи. Ну, взрослые, видимо. Он вот так вот полетел. Здесь гнездятся серые цапли. К сожалению, их плохо видно, тут несколько пролетело, гнездо вот видно. Я головой кручу, за ним наблюдаю. Поворачиваюсь, люди бегут. Ну, куда бежите? Что за птеродактили у вас здесь? Крылья, крылья такие большие. Да, они огромные. Вот у крупных особей, чтобы вы понимали, размах, вот я стою, у меня не хватает рук. У них размах больше, чем вот как эта площадка. Друзья, мы пришли с вами в незабываемое место на Куршской косе. Высота Миллера. Так названа она в честь главного лесничего Кёнигсберга, который помог засадить деревьями побережье. И спас от экологической катастрофы. А как он засаживал деревья, окунал корни в глину, чтобы лучше прижились? Мы находимся на Куршской косе и сейчас вышли на озеро. Посмотрите. Большое прекрасное озеро в окружении леса. Вы помните, что такое Куршская коса, да? Это песок, засаженный лесом. Когда-то вырубали его и потом снова засадили. Не будем вдаваться в подробности, потому что об этом очень много информации. Когда лес вырубили в корыстных целях, то все стало засыпать песком. Мы в срочном порядке нашли решение сделать вал, как раз лесник Мюллер это сделал. И высадили деревья. Все нормализовалось. Любуемся природой. Друзья, мы все еще находимся на Куршской косе. И здесь есть кирха, переделанная в православный храм. Все кирхи выполнены из красного кирпича. Территория небольшая, но зато есть колокола, в которые можно было бы позвонить желающим. Светлый, небольшой. Друзья, на Куршской косе есть танцующий лес. С ним связано очень много легенд. Их все не озвучишь, очень много версий мистических и научных.
Здесь была станция немцев, разрабатывались химические оружия и полеты. Кто-то говорит, что метеорит упал, но это все-таки, я думаю, связано с почвой. Но, может, частично с химикатами, которые упали в почву. Кто-то говорит, что бабочка съела почку роста деревьев. Лес этот был посажен в 1961 году, уже в Советском Союзе. И почему он такой кривовато-танцующий, непонятно. Здесь пролегает маршрут туристический по заповедной зоне. И мы уже отсюда видим, как начинают изгибаться сосны. И чем дальше, тем больше. Здесь очень приятно гулять, прохладно. Температура сейчас 22 градуса. Не жарко, не холодно. Тут дальше не пойду. По северному. Теплоходному. Да. Это самая мистическая сосна, которая в какое-то кольцо, только я не поняла, где это кольцо нужно пролезть. Если пролезешь, то омолаживаешься на один год. Вот такое поверье. Друзья, мы находимся на дюнах, на Куршской косе, Калининградская область. Подняться сюда не так просто, как кажется. Я думаю, ступени 500 здесь есть. Огромная лестница. Дорога пролегает, лестница среди сосновых лесов. И повторю историю, что чуть не загубили залив, когда вырубили деревья. А потом засаживали вновь, чтобы укрепить эти дюны, берег, сохранить залив. И посмотрите, какой мост ведет через лес. Какая прелесть! Божечки мой! Вы идете через овраг по лесу? И сейчас мы выйдем опять к берегу моря. Куршская коса протяженностью 98 километров. Половина нашей страны, половина уже Литвы. Очень много магазинчиков здесь, вот около дюн. С янтарем, всякие кафе и все такое. И шурма, и рыбы, и что угодно. Мясное, гриль. Народ идет и идет. Вот у дюн много их. Вот мы и вышли на самую верхнюю площадку. Народу здесь очень много. И дети выдерживают подъем на лестницу. Я думаю, с предыдущей площадки тоже был прекрасный вид. Ну что ж, возвращаемся обратно сейчас. Друзья, всем привет! Возвращаемся из Зеленоградска в Калининград и видим это милейшее животное. Собачка не дает гладить себя женщинам, только мужчинам. Она очень избирательна. Сколько ей? 16? Сколько? 16 лет? 16. Лет сколько? Да. Фунтик. Фунтику сколько лет? 16 лет Фунтику. Сколько лет? 16 лет Фунтику. Вот он какой. Смелый. Супер. Здесь отмер.